Оценить доступность и качество медицинской помощи. Росздравнадзор по КБР проводит анкетирование пациентов в лечебных учреждениях республики. Аналогичный опрос проводится во всех регионах страны по инициативе Общественного совета по защите прав потребителей при федеральной службе. В больнице, поликлинике и амбулатории, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах Кабардино-Балкарии, разослали несколько тысяч анкет, около 700 уже заполнено. В анкете есть определенные рубрики. Вот заполняя их и анализируя, мы сразу это видим. Мы отвечаем на все вопросы. Как кто? Вот насколько вы удовлетворены качеством оказания медицинской помощи и последующим направлением? Работа регистратуры, срок ожидания консультации специалиста, сроки получения направления. То есть анкета довольно обширная, но легка для заполнения. Практика получения информации таким способом в ведомстве существует не первый год. Нынешний опрос проводится только среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот диагноз – первый среди причин смертности в России. Обязательные условия заполнения листков – добровольность и анонимность. Анкеты также размещены на сайте территориального органа Росздравнадзора. 1 июля все полученные данные будут отправлены в Общественный совет Федеральной службы. По их результатам профильные учреждения и ведомства получат рекомендации по повышению качества оказания услуг.